Господин директор, здравствуйте. Господин инженер, здравствуйте. Что хотите? Я изобрел новую деталь для наших наборов Лего. Что за деталь? Эта деталь мы будем вставлять в ближайшие годы во все небольшие мехи и роботы, которые будут выходить во вселенной Ниндзяго, Марвел, Спайдермен, Стар Варс. И для чего нам это надо? Мы будем вставлять в колени и в руки вот эта деталь. И вместо одной, вместо шести деталей будет вот эта одна. А если это нашим покупателям не понравится? Плевать, зато мы неплохо сэкономим. Окей. Здравствуйте, друзья. Привет. Добро пожаловать на наш канал. Мэфи Пикчерс. С вами Матвей. И Алексей. И сегодня у нас новый набор Лего Ниндзяго. 71781 битва мехов. Две минифигурки в наборе, золотой Ллойд и воин, костяной воин. Из второй волны, ну конечно, набор из новой волны. И конечно же минифигурки из новой волны. Поменялся дизайн, поменялось кимоно Ллойда, абсолютно новое кимоно. Кстати, мне нравится. Мне понравилось кимоно. Единственная старая маска. Маска из Legacy. Маска она из Legacy. Перешла в ядро. И также в ядре она и осталась. Костяной воин. Претензия к костяным воинам у меня по-прежнему. Да, вот эти сделали головы обычные. И просто нанесли на них принт. Хотя могли, хотя могли бы костяные сюда черепа им. Да, мы уже показывали в кастомах это все дело. В предыдущих выпусках, вы если, кстати, не видели, перемотайте там или посмотрите в нашем плейлисте. У Ллойда нет золотой головы. Да, у Ллойда, опять же, желтая, самая обычная голова. Хотя мы помним, что в формате Legacy выходил золотой Ллойд, и у него была золотая голова. Конечно же, ребята, конечно же, страдает подвижность у робота, двигаются только плечи. Руки это двигаются только плечи, потому что локтевого сустава как бы нет, он есть, но имитация вот этой деталькой, да, конечно же, это плохо, это мне не нравится, честно говоря, вот эта деталь, с изобретением этой детали все пошло не так, и она уже участвует во многих наборах. Из первой волны она была в роботе Зейна, и теперь уже перешла в эти роботы, и роботы во вселенной Marvel тоже там такая же деталь, страдает от этого, страдаем мы, и страдает подвижность роботов. Ноги движутся только вот в тазобедренном суставе, и стопа. Здесь шаровый шарнир, поэтому можно крутить как угодно, но колено сгибаться не будет, ибо одна деталь. Флажок опять новый почему-то. Зачем-то нужно собирать эти флажки, я не понял. Последним тоже с первой волны. В первой волне были эти флажки, во второй волне флажки. Зачем их собирать, не знаю. Я собирать их не буду, все наборы покупать я не собираюсь из-за того, чтобы собрать коллекцию флажков. Но это, я считаю, верх дурости. Сзади выглядит этот робот, конечно, простовато, да, спереди так внушительно, неплохо, шикарное оружие ему придумали, оружие классное, оружие мне понравилось, в отдельном дырявом пакетике были новые оружия, вот эти белые костяные, здесь и косы, и мечи, и сюрикены, сюрикенов, по-моему, не было, да, сюрикенов не было, были саи костяные, но... Подробную распаковку можете посмотреть, она сохранена у нас где-то в плейлисте, как мы это все распаковывали и собирали на стриме. На стриме собирали. Да. Итак, друзья мои, покупать или нет? Мы купили этот набор по полной стоимости, но я не жалею о покупке. В целом неплохо, 10 из 10, конечно, сложно поставить этому набору, но... Твердая семерочка, да. Ну, подвижность, конечно, страдает. Голова Ллойда желтая. И голова, самая обычная голова с принтом у злодея тоже. Это все три минуса, которые повлияли на оценку. Итак, моя оценка этому набору 7 из 10. 7. Ну, я ставлю этому меху. Ставлю 5 из 10. Потому что, ну, что там особенно? Оружие вообще не то. Ну, конечно, лицо от Ллойда не золотая. А вот в этом костяном мехе. Тут мне оружие понравилось. Оно, кабина очень прикольная, как оно открывается.
Минифигука тоже. Так что я поставлю 6 из 10 этот набор. 6 из 10? Да. В целом, ребята, в целом Лего нам не дали ничего нового в этом наборе. Мы не увидели ничего нового, никакого прогресса. Ну, единственное, навесное оборудование здесь сделали, сделали, да. Это можно сделать в домашних условиях, взять обычный робот, прошлогодний робот Зейна, по его образцу собрать что-то другое, или взять робот Кая из храма Дадзё и его тоже проапгрейдить. То есть это все уже было, и это уже, ну, как бы, не айс. Да? Что, дайте нам что-то новое. Лего. Мы благодарим вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.